Василий, здравствуй. Хотел бы задать вот такой вопрос. После батла Птаха выложил с собой фотографии и подписал, что стоит ждать альбом Губаста. Супер шутка. Это в духе, это да. Шутка уровня Давида. Да, просто в 2010 году выходил альбом Баста Гуф, который на то время взорвал, да и сейчас многие слушают его. Я, допустим. Много песен оттуда у меня до сих пор в альбоме, в плейлисте есть, и хотелось бы узнать, будет ли все-таки совместка с Гуфом, или у вас до сих пор недопонимание, не знаю, у вас... У нас, спасибо за вопрос. Да, и вообще, стоит ли ждать в ближайшее время каких-либо релизов? Стоит. Что касается отношений с Гуфом, это будет странно звучать, но мы эти отношения закончили. Ну, просто вот сейчас вот такое время, да, что мы с ним... Я могу сказать, что я не делаю музыку с теми людьми, с которыми я не нахожу понимания, потому что для меня это не просто музыка, это все-таки какие-то человеческие взаимоотношения. Про Давида, ну, это вот такой шутник, да. Ну, Губаста — это шутка из 2010-го, да, как раз когда вышел альбом Баста Гуф, поэтому Давид просто супер. Лучше бы он написал, что будет альбом Буф. Было. Еще есть вопрос? Привет.